Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику, которая называется «Побег из тюрьмы в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет, и знайте, что эта серия выходит только благодаря вашей поддержке, только потому, что вы поставили много лайков, мы выпускаем эту серию. И, ребята, если вы хотите еще одну новую серию «Побега из тюрьмы», то обязательно ставьте лайки прямо сейчас. Давай наберем на двух видосах по 15 тысяч лайков и на моем, и на Жекином, и сразу же выйдет новая серия. Поставьте лайк, ребята, не так-то сложно, а мы будем выпускать новую серию как можно чаще, да? Да, побежали из тюрьмы, быстрее! Ребята, вы даже не спрашивайте, почему я аниматроник Бонни, ну, потому что у нас сегодняшняя серия будет с небольшим сюжетом, да. И что Жека будет делать в моей серии, точнее, кто он такой? Он Человек-паук, который попал в тюрьму Мстителей, да, то есть это тюрьма Мстителей, ну... Такая себе, конечно, тюрьма, но все же, знаете что, я вам даже не буду говорить, куда Жека пойдет, как он выберется. Интрижка, ребята, интрижка, то есть Жека сам должен будет догадаться, как отсюда выбраться, и вы также сами должны будете догадаться, как выбраться с этой тюряги. А, ребята, что я хочу вам сказать? Не забывайте подписываться на канал, это очень важно, это всего лишь одна секунда, обязательно, ребята, подпишитесь, мне будет очень приятно, и также нажимайте на колокольчик, и все, спокойно, потому что мы сначала пойдем в тюрягу Жеки, убежим оттуда как можно быстрее, за 1-2 минутки я постараюсь, конечно же, а потом я его приведу к себе в тюрягу, и посмотрим, как Жека сможет выбраться отсюда, погнали. Ну что, Евгений? Ну что, да, я, в принципе, уже готов, я тебя жду в своей тюрьме, ты заходи, не переживай, Эдисон, заходи. Ой, что-то мне страшно, Жек, ну ладно. Ну давай. Эдисон, в общем-то, привет, аниматроник, привет. Эдисон, ты не просто так поставил этот скин, я тебя его попросил поставить, потому что ты сегодня будешь убегать из тюрьмы аниматроников, ты наш Бонни, дорогой. Ну да, я уже понял. Ну и что дальше? Ну, убегай из тюрьмы аниматроников, как бы, или ты хочешь вечно пробыть в этой тюрьме, а? Хочешь вечно тут быть? Не, ну вечно я, конечно, тут... Опа-на! Опа-на, это что ты тут такое нашел? Я тут что-то нашел, но я... Какой-то секретный проход ты нашел, офигеть. Ага, все, я выбрался, да? Все, ты выбрался с тюрьмы, в принципе, молодец, можешь выходить с моей карты, ну, нет, конечно. Не все так просто, то есть я... Где а где ты карточку взял? А вот у этого чудака, у него карточка была. Ты так быстро до этого додумался? А что он шевелит? Ну я просто тыкнул на него и все. Ну ты вообще, конечно, жесткий. Я думал, это будет подольше. Ну окей, хорошо. У тебя есть карточка, Эдисон. Ты можешь открывать любую теперь дверь и любую камеру. Вот, в принципе... Ничего себе! Ничего себе! Я даже сам не знал, что так делается. Нифига себе, картины какие-то странные, да? Какие-то странные. Ай, запутал! Так, подожди. Какие-то странные картины, очень странные. Чего они ничего очень странные делают? Картины. Ну я надеюсь, что скрытых проходов никаких нет. Да не, никаких нету. Вы можешь входить, да, из камеры. Да, могу выходить. Да, могу да, можешь выходить. Как чё ты четыришь, Жека со своими. А что? Вообще ничего не четырю. Чё там делаешь? Чё там делаешь? Только рассказывай, подожди. Ну я просто тут в камерах лажу, лазю. Да, и чё ты ничего найти не можешь, да? Нет. Ну ты поищи. Ну ты дай мне подсказочку хотя бы. На самом деле, ты как бы уже, ты уже все нашел, я просто офигел, ты уже так быстро спалил, что картины необычные. Картины как раз таки необычные, но а что? Только ты их лучше не трогай, Они стоят, в принципе, да. Они стоят. Ага! Твою-то мать! Так, хорошо. Я на самом деле не знал, что их можно открывать, но. Давай, паркуй, давай. Так это нереально! Эдисон, это вообще просто, давай. Просто делать этот прыжочек. Я понял. Давай. Дай я открою, хорошо, и я прыгаю, потому что я не могу прыгать. Ну давай. Так там невидимый блок, придурок! Нет, Эдисон, там можно допрыгнуть, давай. Просто паркур, обычный паркур. Вот и все. Молодец, Эдисон, молодец. Паркур, давай, выбирайся из тюрьмы, быстрее. Молодец. Я вижу, что тут дверь какая-то закрыта. Дверь. Ага, и что мне делать? Не знаю, дверь закрыта, да? Дверь как раз таки закрыта. А что мне делать, ты мне подскажи, а? Я не знаю, Эдисон. Ну, ищи, как открыть эту дверь, думай. Как я? Хыжопа! Вот эта подсказка, хыжопа! Держи свою подсказку, хыжопа! Так, как мне открыть эту дверь? Подсказок нету, потому что тут все очень просто. Тут все очень даже просто. Да, Эдисон, ты догадался, ты молодец. Это скрытый рычаг, понимаешь? Скрытый рычаг, который открывает дверь где-то в жопе, непонятно. Так, хорошо. Не обращай. Опа-на. А чё так темно? Опа-на. Ой, да это же аниматроник, ты же как бы, ты аниматроник, ты не забывай. Опа! Ты как будто уже проходил мою карту, ты понимаешь? Тут столько картин, и ты прыгнул именно в ту...
Ну ты, конечно, и... Ну, я читер, конечно. Я читер в Майнкрафте просто. Так, хорошо, а что мне дальше делать, да? Да не знаю, тебе кажется... Сраные эти мыши! Так. Да, ну, давайте я сейчас немножко освещу, то реально как-то очень темно. Да, я ничего не вижу, да твою. Ну, ты смотри, выбирай, давай. Так, а что... Да, ты можешь отойти, а то я ничего не вижу. Ну, давай. Подожди, а хотя бы подсказочку, мне надо тут что-то найти или надо найти какую-то определенную книгу? Тебе нужно тут найти. Ну, в принципе, да, какую-то определенную книгу, но ее просто найти, так сказать. Думаешь? То есть мне не надо чекать каждое название? Не-не-не-не-не, да? Ты поймешь, что, когда найдешь ту книгу, которая тебе нужна, Эдисон. Ты поймешь. Если бы я еще, конечно, мог тыкать на каждую вот эту... Ой, извини. Да, убей меня. Убей! Давай! Убей аниматроника! Давай, Эдисон, ищи. Букбаттон какой-то. Ага, ты нашел книжку. Ну-ка покажи, а то я не видел ее. Ага. Вот, видишь, как она необычная. Ага! Ага! Да! Ты, кажется, находишься там, где сидел охранник, которого ты сожрал. А я сожрал, хорошо. А я помню, было дело такое, ну. Да, было такое. Вот, ну ты, конечно, тут можешь посидеть, но мне кажется, нужно отсюда выбираться. А мне надо выбираться, да? Зачем, если я охранника сажал? Ну, как бы тебя посадили в тюрьму. А, ну хорошо. Тебе нужно найти код. Вот. Как мне выбраться отсюда? А, ну все, у меня такая проблема была на твоей карте, я не стал ничего делать. Нажимал? На Enter вроде нажал, не помню, куда я нажимал. Да тыкай. Давай, да ничего не работает! Джека забагал мне карту, я не могу выбраться оттуда. Давай, я тыкал, что-то как-то получилось. Да я не могу даже стереть вот эту хрень, понимаешь? А я ничего не стирал, там просто как-то Enter нажал, не знаю, что-то. Все, заработало! Заработало, всё? Никогда не буду вот демоническую хуйню. Это я случайно сломал, подожди. Так. Эдисон, тебе нужно что-то найти, мне кажется. Ты можешь убить этих мышей? Они меня бесят, просто бесят. А меня они тоже бесили очень, но, Эдисон, я боюсь тебя убить. Так. Опа! Камера монитор. Что ты нашел? Какой-то камера монитор. Ты нашел камеру. А можешь мне дать его на 2 секунды, можешь дать? Нет. Ну дай мне его, дай. Ну это моё! Ну на 2 секундочки, ну, пожалуйста, ладно, я просто не подумал. Только не укради. Mm-hmm. Да, я-то не украду, на, держи. Давай. Так, а что я могу чекать? А что теперь тебе нужно делать с этим камеромонитором, Эдисон? Ты можешь с этим камеромонитором, понимаешь? Ты можешь следить за обстановкой, которая здесь творится. Я буду тут сидеть, ты говори в какой-то камере. 3-8. Ага, где ты нашел 3-8? В первой камере. Что такое 3-8? Ну, наверное, пароль от двери, как я полагаю. 3-8? Ну хорошо, ищи дальше, Эдисон. Так, хорошо, тут ничего нету. Нет, еще тут циферки всякие циферки. Еще циферки, говоришь, есть. Да, ты меня видишь, где ты? Да не вижу я тебя, подожди. Где-то вот тут, да? Вот тут. Да. Привет. Брат, я за тобой наблюдаю. Эдисон, я тебе дам подсказочку небольшую. На кнопочку плюсик и минус ты можешь отдалять и приближать камеру. Как это? Плюсик и минус, там где вот, знаешь, где клавиатура. Ну, где не клавиатура, а где, блин, где... Нет, ты понимаешь, все клавиатуры. А я не могу двигать камеру, то есть я не могу ее двигать вверх-вниз, понимаешь? А вверх-вниз — BSD. А. Да, Эдисон, все очень просто, все довольно-таки просто. Вот 3-8, я это уже увидел. Да, а что ты, может, что-нибудь поищешь? В этой комнате? А может не в этом, у тебя же там несколько камер. Твою-то мать, я думал то, что мне не надо на вот это СВДД. Да, ёханый ты бабай, так, хорошо. Да, Эдисон. Ну давай, ищи, тебе нужно найти 4 цифры, как понимаешь? 4 цифры. Ты, конечно, очень даже вот этот плохой, я тебе так скажу. Да, а ты где? Я тебя просто, понимаешь, я в четвертой, вот это. А это где? Это ты в туалете? Нет, это я за тебя. А, да, где-то вот тут, так, тут тоже ничего нет, В пятой. В пятой это где? Ага. Это ты где? Ну где? 2-5. 2-5, то есть 2-5. 3-8, 2-5, да? Ага, я сейчас в 6. То есть третья цифра 8, а вторая 5. Да, я сейчас в 6, Евгений. Угу. Ты в 6, я просто. Если знаю, думаешь, что вот ты там спрятал вот за унитазом, да, вот там табличку, то я там ничего не вижу на самом деле. Да, может, ты хорошо посмотришь. Какой, где за унитазом? Ты не знаю, координируй меня. Вот там, где скелет слева от скелета, а вот там сзади унитаза, в этом полублоке. Вот нет, с другой стороны. Вот тут? Нет. Вот тут? Я вообще нигде ничего не вижу. Ну, значит, там ничего и нету. Ага. Ага, ты что-то всё-таки заметил. А что ты заметил?
Я не могу смотреть, ты понимаешь, что когда я приближаю, то вот эта табличка у меня из-за какого-то лага Майнкрафта пропадает. Я вижу, что что-то есть какие-то цифры, но я их не вижу, типа, что. А где вот, ты видишь? Подожди. В туалете. Да, в туалете. Вот за тебя, вот возле двери, да, вот там. Вот там, здесь где-то? Где цифры написаны, да, вот там. Я не вижу, что там. Потому что я не почему? Могу. Почему? Я вроде чекал, там. Я не могу приблизить, если я приближаю, то у меня цифры пропадают, у меня вообще вся табличка пропадает. Ну ладно, Эдисон, хорошо, хорошо. Я, конечно, тебе поверю на слово. 1-2. 1-2, 1-2. 1-2. И последний. У меня все работало, мне все работало. Ой, ну как же без письма? А на письме ничего нету, скажи мне, пожалуйста. На письме не знаю. Где-то вообще писюн заметил. Писюн на 7-й или там на 8-й камере где-то. Ой, да это случайно получилось. Это случайно, да, получилось? Да, это случайно получилось. Я не знаю, как бы я уже. Мне кажется, последняя цифра, ты ее уже много раз видел. Очень много раз. Тут? Мне надо в камеру заходить. Не знаю, ты ее очень много раз видел. И ты ее, хорошо, ты ее видел еще до камер, вот так вот я скажу. Охренеть. То есть 1, 2, 5, подожди, 2, 5, 8, 2, 5, 8... Ага. До камеры я их видел. Да, ну в смысле не до камеры, где-то, ну где-то вот все-таки здесь, да, мне кажется. Ага, 6 или 9. 2. Ага, а 6 или 9? Ну. 2, 5, 8, 9. Ага! Ох, молодец, так было! Ой, как ты запарился! Беги, давай! Сахараники всякие сваливаю, сваливаю! Да! Да! Я выбрался! Молодец! Аниматроник выбрался из тюрьмы аниматроников. Ты смотри, ты больше охранников не убивай, а то... Я больше их убивать точно не буду, я тебе обещаю, Евгений. Я тебе обещаю. Молодец. Пошли. Ну что, Евгений? А Эдисон, а почему я этот чувачок, паучок, чувачок? Я не знаю, на самом деле, ребята, я не знаю, почему я не вижу его скин, это лагает Майнкрафт, но у Жеки сейчас скин Человека-паука. Почему? А зачем? Ну, зачем? Ты проходи дальше. Прохожу. Проходи. Это где я? Это ты в тюряге Мститель. Ага, то есть я Мститель, все-таки чувачок и Мститель. Да, ты чувачок, ты в тюряге Мститель, я тебе сразу. То есть Человек-паук все-таки Мститель. Да, но ты что-то напортачил, и вот тебя сюда посадили. То есть ты подвел свою команду Мстителей, понимаешь? Но все же... Мне нужно покакать, подожди. Ну как бы ты так просто тоже не будешь сдаваться, потому что чувачок-паучок, ну, естественно, да? Я как бы Человек-паук, тебе так нужно, пускай, тебе нужно спасать... Ага, ну так не... Это все же тюрьма Мстителей, не так-то просто отсюда выбраться, вот. Поэтому давай. Паутина! Да не работает паутина. Давай, выбирайся. Может по стенам повалить смогу? Не-не-не-не-не. Я тебе дам сразу подсказочку. В тюряге Мстителей твои способности не работают. Твою мать! Вот. А вот я так надеялся, подожди, ну я как бы тут вот такой, ага, а что там такое? Я увидел, да, вот там вот какую-то хрень, но я не могу ее... Вот, если включить свои вот эти мазочки, да, мазочки. Ага, типа я могу как-то вот, типа как-то про... Типа как-то... Ну как? Я правильно делаю, не? Да, ты в правильном направлении, да. Нет, я не могу так пролезть. Ты можешь, тебе не нужно пролезать. А зачем тебе пролезать? Ты подебаю. А зачем тебе пролезать, если тебе просто нужно вот туда достать, да вот так. А я не вижу так, не вижу. Ты видишь, ты просто ложись вот так на пузико свое и смотри туда. На пузико. Только нет, я не под могу. Углом тебе надо, под углом, понимаешь? Под вот так? Ну на пузико. Ну вот на пузико вот, у меня даже камера у меня даже камера так не принижается. Вот смотри, вот смотри. Вот я лег, и я могу туда достать. Ты просто неправильно видишь, куда тебе надо ложиться. Все, понял. Сейчас, подожди. Как ты так... Только на пузико, а не на спину. Так ты сейчас не на пузико ложился. А, ну просто лагает Майнкрафт. Давай. Опа! Все! Отлично. А что ты добыл? А, молодец. Так, хорошо. Да, все, ты выбрался. Ты ничего ставить не можешь. Так. Ага. А как это я так запрыгнул? У меня джамбуст? Хрен на себе. Да почему у тебя джамбуст? Ну ты подойди сюда, посмотри. Да не, мне так надо. Ты посмотри, почему джамбуст. Подожди, я уже нашел, поэтому ты меня это давай... А что там? Возле желт двери. Так, видимо, где жел дверь? А где жел? А ну давай быстренько глаза. Я не вижу тут жел. Да ты попрыгай, посмотри по сторонам, где жел дверь. Подожди.
Ага, жил 200. Ага. Вот это? Да. Все правильно, все правильно. Ага. Так, ага. Ты прям быстро проходишь мою карту. Ну не все так просто, Евгений, не все так просто. Смотри. А что я так прыгаю высоко? Это я типа супергерой, да? Не, ну потому что это мстители, это база мстителей, тюряга мстителей, понимаешь? Там был маяк, который дает тебе джамбуст. Вот. Понял. Как бы тут пробраться? Смотри, я смотрю, что-то наверху есть, что тут наверху есть. Mm-hmm. А, подожди, а в бочке же тоже можно залазить. Не-не-не-не-не-не, в бочках ничего нету, дам тебе подсказочку. Все, что было в предыдущей комнате, но ты там ничего просто не прочекал. Поэтому... Я вижу деревянную кнопку. Ага, и что? Ну только я никак не смогу ее нажать, потому что мне нужно запрыгнуть наверх, чтобы мне запрыгнуть наверх. Ну хорошо. А чего ты вообще взял, то, что тебе надо куда-то запрыгивать? А, тут что-то я. А, нет, это я сюда пришел, подожди. Да? Там. А, ты оттуда пришел. А, да, точно. Ты оттуда пришел. А, точно. нет, не пришел. Да, ты отсюда да, пришел. Да, я отсюда пришел, ну, да. Так я и говорю, ты отсюда пришел. Молодец, да. Я не понял. Подожди. А, ну я вижу, как бы железную решетку, и что? А, ну и что там? Ты ее ломать не можешь. Там ничего нет. Ну да, ничего нет. Да. Не, ну подожди. Ну ты отсюда пришел, да? Все верно? Да. Ты пришел отсюда, и тебе надо туда, да? Да. Как тебе надо туда? Ты видишь какую-то кнопку, да? Да. Да. А и что тебе надо сделать с этой кнопкой? Как-то на нее нажать. На нее. Да. А да почему ты не обчекал все в предыдущей комнате? Откуда ты пришел? Вот он. Почему ты сразу сюда побежал? Хорошо, я думал так и надо. Подожди, мистер. Я сейчас сюда мучу. Так, там какая-то штука стоит непонятная. Да, что? Ага, там самолет там какой-то стоит. Да, ну, самолет мстителей, наверное. Мстителей. Да, наверное, самолет мстителей. Ага, лук нашел. Лук нашел! Да ты малый! Как ты так его увидел, паучок, а? А вот я просто. И там! А, стрелы! Там, Лёха, ты помнишь! Ты как-то быстро все находишь на самом деле. Да я прям вообще жестко. Не надо так. Хорошо, паучок, давай, чувачок. Я же супергерой, ты не забывай. Все в верном направлении, все в верном направлении. Так, хорошо, запрыгиваем на бочечки. Эй, да твою мать! Опа. А, все, я нажал? А, тут не одна кнопка. Опа! Смотри, там где-то еще одна была кнопка, но я... Ты прыгай дальше. Ай-яй-яй! Ты подожди. Да ты прыгай дальше по блокам! Да я понимаю, где кнопочка, то есть там так, я вижу. Ты видишь, да? Я вижу, точнее, не кнопку. Все, я видел сюда. Песок. Песок видел. Да твою мать! Че она не... Я что, такой косой? Давай! Да ты сможешь... Давай, попадай! Опа! А да. Чё оно как-то не упало? Это аккуратно, паучок! Ты аккуратно, остынь! Паучок, остынь! Не надо так, гореть! Подожди. Паучок, всё под контролем. Паучок, как бы справиться со своей паучок, задачей. Не надо гореть, пожалуйста, паучок. Если ты умрёшь, то подушите, как бы... Подушите меня! То минус один супергерой, я потушу. То минус один супергерой. Ай! Ты дебил! Жека. Что ты делаешь? Не умирай, паучок! Давай прыгай! Паучок, прыгай! Да какой прыгать? У меня одно хп, сейчас я сдохну. Паучок, не надо вздыхать. Ты в тюряге, давай. Тебе надо выбраться с тюряги, а не сдохнуть. Сейчас, подожди, я остыну. Ну давай, ты остынь, паучок, остынь. Не кипишуй. Давай. Ну да что я так долго... Давай, быстро выбирайся. Так, нужно нацелиться. Ты попай, давай. Отлично, кнопка! Давай! Кнопка! Это хрень какая-то! Что тут у нас? Так, как тебе выбраться бы? Ага, все, мне нужен золотой нагрудник. Да, золотой нагрудник. А как мне обратно его получить? А где тебе добыть золотой нагрудник? У меня такое. А как мне выбраться отсюда? Ну тебе нужен золотой нагрудник. Я понимаю, но как мне его найти, если я тут застрял? А так может он где-то тут? А, да, он где-то тут? Хорошо. А, я вижу золото кучу! Золото я или... Я даже не понял, на что я цикнул, но я меня есть куча золотых наггетов. Так, хорошо. Теперь мы делаем золото. Золото делаем, да. Золото. Так, у меня есть 9 золота. 9 золота. Ну ты в правильном направлении, Так, дальше. Теперь я делаю нагрудник. Теперь я продаю этот нагрудник, получаю... В смысле? Мне забрали нагрудник? Ты одел его, может? Да, все, я понял. Так, а куда его, на золотой блок ставить? Не, а что там написано? Возле золотого блока. Значит, под золотой блок. Ага, понял. Опа. И что? И что случилось? Что-то там что-то упало? Ну я что-то не понял. Что-то упало. А ты посмотри, а что там упало? Там упало что-то, и там может что-то появилось.
Я, даже если появилось, я этого не вижу. Ты это видишь? Я все тестировал! Все в рабочем состоянии, Евгений. Ну подожди, а хорошо. Мне нужно как-то присесть или что, я не понимаю. Просто попрыгать там, я не знаю, посмотреть, что там есть. Ну, прыгать я не могу, у меня как-то. Есть что-то, там что-то есть, есть там что-то. Там, вот, ну там. Я вижу только каменный. А там что-то есть. Там. Я ну там-то и не вижу, потому что. Ты все видишь, я все проверял, все работает. Ну а проверь еще раз, потому что хорошо, я не вижу. Хорошо, я. Так, иди сюда, сейчас я проверю. Паучок, ты какой-то вообще не. Вот что-то разочаровался я в этом Человеке-пауке на самом деле. Вот прям блин. Разочаровался, я могу вот так сказать. Все работает, Евгений. Опа! Наконец-то! Заработало! Так, отлично! Эдисон, ты меня подставил, кажется. Так, как я понимаю, тут нельзя выбраться, да? А что? Нахрена я тогда все это делал? А что там еще было в этом сундуке? Сраная железная. Так, хорошо, ну ты молодец. Ну, а что у тебя есть? У тебя есть кирка, которая ломает. Что ломает? Железный забор. Я попрыгал. Твою мать! Эй! Твою мать! Да не гори под так, паучок! Если ты сейчас горишь! Все, хорошо. Давай, обратно, предыдущую комнату. Давай. Все под контролем. Давай, предыдущую. У тебя есть кирка, которая ломает железный забор. Давай, предыдущую комнату. Давай. Вот сюда? Я не знаю, где ты видел железный забор. Где я видел железный забор? А, тут! Ну тут я уже там что-то смотрел, все, там ничего не было больше. Подожди, я соображу. Тут, как бы, понимаешь, нужно подумать. Ага. Да. А, нет. Ты хорошо. Понял. Мне нужно сюда запрыгивать. Как я сюда запрыгивал? А, нет. Куда-то я точно запрыгивал. А, вот тут. У тебя склероз, как я вижу, или что? Я забыл. Хорошо, ты там пока думай, я пока тут постою и посмотрю. А, понял, где-то на паркуре, да, значит? Ты, походу, у тебя реально склероз, как я полагаю. Подожди, я забыл! У тебя склероз? Видимо, да. А где? Где же... А, тут? А, в той комнате! Все вспомнил! Ты меня удивляешь все больше и больше. Ну ты подожди, а как я сюда запрыгнуть? Как я сюда запрыгнул? Ты что-то анубел, как я вижу, за последние минуты. Всё. Давай. Твою мать, сраная паутина! Ну! Так, ага, ну. Давай, человек, подавай паучок, давай! Ой, не то сломал, ну ладно. Так, это мне надо починить. Давай! Самолёт-мститель! Самолёт-мститель! Я с тобой полечу, давай. Ну, слезь, я за рулем. Ну. А, ну я и так за рулем, да? Давай. Нет, я, походу, не за рулем. Давай, я не знаю, как это хреновина управлять на самом деле. А ты его заправил? Я его заправил. В смысле заправил? Это вообще не мое, это Мстителей. А, ну в смысле, ну Мстители заправили ее? Мстители, мне кажется, заправили, но что-то не работает. Нет, фьюил ноль. Да в смысле ноль? В смысле ноль? Да все работает. Хорошо, Мстители мне немного дали. Давай. Так. Да запрыгивай ты уже, так, да все, конечно. Так, готовы? Давай. Готов на взлет? Точно готов? Давай, Мстители, сейчас вернутся! Тогда поехали! Вперед! Ура! Давай, полетели наконец! А, это кто управляет? Это я управляю или это ты управляешь? Я управляю, я. Ой, ты ж нихрена себе, квад скоростной нафиг! Пока Жиндос летает, ребята, мы на этом уже будем, наверное, заканчивать, пока мы не разбились. Ребята, ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите видеть следующую серию побега с тюрьмы как можно быстрее. 15 человек наберем, сразу и следующая серия. Мне на самом деле немножко сложно говорить, но мы... А, Жека, нет! Аккуратно! Давай, взрывайся, падла! Да все, я не хочу взрываться, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, я катапультируюсь. Опа! Все, пока.